Обожаю, мои любимые, лакомство и игрушка. Оранжевый, как апельсин, берем. Ничего себе, полная тележка, даже с верхом. Ну что, Федор Сергеевич, вот расскажи мне и зрителям, хотя зрители видели, как твои два челленджа с мамой в магазине прошли, какой результат? Папа, может даже не спрашивать. А что так? Выиграл маму оба раза? Нет, один раз поиграл, а второй была ничья. Слабак! И поэтому сегодня ты меня сюда в магазин привел? Хочешь обыграть, да? Да, ну, конечно, хочу выиграть. Я даже цвет придумал. Ну это мы еще посмотрим, кто выиграет. А цвет какой? Папа, оранжевый цвет. У нас давно такого не было. А мне кажется, у нас вообще такого цвета не было. Ребята, кто внимательно смотрит, был у нас оранжевый цвет с Федором в челленджах или нет? А с другой стороны, был не был. Федор сказал, время ограничено, поэтому я побежал. Ты беги, беги. А у меня бежать не надо. У меня макароны оранжевые есть. Оранжевые, оранжевые. Так, время идет, а я, ну хоть первую покупку нашел. Кстати, кукурузные палочки, но со вкусом манго. Хм, я не пробовал, есть стимул выиграть, чтобы попробовать. Так, где-то еще рядом был попкорн. О, кукурузные палочки, сюрпризами. Берем. Побежал дальше. Так, так, так. А, вот он, попкорн. Не понял. А что, готового попкорна нет оранжевого? Придется брать тот, который надо готовить. Но это не проблема. Ведь он легко готовится в микроволновке. Кстати, тут еще есть и хлопья кукурузные. Медовые в оранжевой пачке. Чего б не взять, сами в руки просятся. О, Фанта! Фанта? Ну, конечно же, она всегда оранжевая. Берем. Побежал дальше. О, печеньки со вкусом апельсина. Оранжевый, как апельсин. Берем. Чтобы еще оранжевое найти, чтобы еще оранжевое найти. О, ириски Мэллер. Тоже оранжевый, берем. О, в одном месте, ребят, смотрите. Вафельки. И печеньки. Супер, беру, ведь они оранжевые. Так, а еще мои любимые леденцы есть и в оранжевом исполнении. Коробочка оранжевого цвета, потому что вкус у этих леденцов апельсиновый. Отлично. Ого, так тут оранжевого стока. О, драже. Драже сахарное, цветное, но упаковка оранжевая. Так, ну отлично, просто супер. Еще и времени вагон остался. Так, пастила со вкусом апельсина. Поэтому и упаковка тоже оранжевая. Ну что, еще зайти в шоколадки, и будет вообще хороший набор. О, магнитки. Оранжевые, оранжевые. Берем. А теперь шоколадки буду искать. Да где эти шоколадки оранжевые? О! Жаль, что не с апельсином. Ну, с абрикосом. Ну, берем. О, что я вижу? Шоколадки. Набор шоколадок оранжевый. Так. Не, ММДМС не прокатит. Федор скажет, что он желтый. Ну где хоть одна оранжевая шоколадка? Я что-то думал, что их будет много. Тоже желтая. Не так легко, как казалось.
Ну, может, хоть конфеты шоколадные будут оранжевыми. Во, точно! Очень вкусные шоколадные конфеты. Как они там? Трюфеля. Но зато коробочка оранжевая, то, что мне надо. Хоть не зря в отдел этот зашел. Пойду теперь что-нибудь попить поищу. Папа, ребята, наверное, думают, что я только лимонады возьму. Как Фанта у меня в тележке. А я возьму соки. О! Соки! Оранжевые. Бидон. А вот и самый оранжевый сок. Морковный. Так, не стоит. Вот так. О! Ребята, смотрите, какие крутые печеньки. Так. Таймы нажимаются. Ребята, а мой план прост. До конца назначенного времени я возьму, смотрите, морковный сок. Тут уже не важно, какая упаковка, он всегда оранжевый. А пить я люблю много. Зайду еще в отдел с газировкой и негазированными напитками, а потом перейду на чипсы. Вот 100% в чипсах Федора Сергеевича я и встречу. Скорее надо, пока время не закончилось. Так, кола Фанта, это понятно. Федор Сергеевич уже где-нибудь давно до этого дорвался. А я возьму Миринду, тоже оранжевая. Так, что еще? О, Витамикс. Мультифруктовый, но оранжевого цвета. Так, газированный, негазированный сок. И еще, наверное, пожалуй, я возьму... О! Это взять или взять... Возьму вот это. Очень интересный набор фруктов и ягод. Если я выиграю, а я обязательно выиграю, тогда и попробую. Так, ну что, за чипсами? Так. Стоп. Черешки. И сухарики еще. О, лейсы. А теперь чипсы поищу. А вот и чипсы. Берем. О, еще оранжевые чипсы с паприкой тоже берем. Все, пойду папу искать. Время вышло. О, чипсиков тут много всяких. Оранжевых и не оранжевых. Но повторяться много нельзя. Так, какие более оранжевые? Ну, наверное, с сыром. Возьму пачечку чипсов и... О! Кольца. Их называют луковые колечки, но на самом деле они как чипсы, они не из лука. Но главное, что оранжевые. Так, ну и... Кальмар. Ну а чё? Тоже пусть будет. О, ты здесь уже даже, искать не придется. Папа, что ты тут делаешь? В смысле как что? Вон, смотри, сколько я оранжевых покупок нашел. Ха-ха-ха, смотри на мою. Ничего себе, полная тележка, даже с верхом. Но подождите, ребята, это еще может ничего не значить, потому что у него тележка маленькая. Чтобы убедиться, кто выиграл, надо просто пересчитать. Я начну со своих покупок. Смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Не всегда доходим до 16 продуктов. Считаю, результат хороший. Давай, Федор Сергеевич, посчитаем теперь, что же у тебя.
Да, считай, только считай внимательно. Один, два, три. Ха, ничего себе ты чипсов набрал. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Макароны! Такого у нас еще не было. Ну, оранжевые, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать и еще шестнадцать. Сухарики. Но я считаю, было бы 16, если бы они были бы оранжевые. Федор, какой это цвет? Оранжевый. Какой еще? Ребят, вот это, допустим, оранжевый. Но это, ну никак не оранжевый. Ну, желтый. И его разновидности. Пап, ты придираешься, я так проиграть могу. Хорошо, тогда тебе на выбор. Или 16... И никто не выиграл. И мы тележку оставляем здесь и уходим домой. Или отдаю тебе обратно. У тебя 15 покупок, у меня 16 покупок. Я выигрываю. Покупаем мои покупки. Но дома делим на двоих. Как тебе такое? Ну, конечно, второй вариант. Пошли на кассу покупать. А мне кажется, ребята, у Федора Сергеевича полоса невезения. Маме проиграл, с мамой ничья. Сейчас мне проиграл. Ну ничего, я ему дам шанс отыграться в следующем челлендже. Пошли. Привет, ребята. В прошлой серии Федор со мной на ничью в челлендже сыграл. А до этого маме проиграл и тоже была ничья. Я обещал дать ему шанс в следующем челлендже. И вот мы снова в магазине. Папа, не болтай. Время-то идет, а я уже цвет придумал. Ну отлично, говори тогда и начнем. Цвет белый, я побежал. Ничего себе, какой шустрый! Ну ничего, я опытный, зачем далеко ходить? Сахар. И в белой упаковке. Он, правда, бывает в синей, но я возьму в белой. Первая покупка есть. Ладно, пойду догонять Федора. А вот и мои любимые кукурузные палочки с кокосом. Белые, белые, берем. Ребят, второе, что я куплю, ну вот прям даже не надо долго думать. Рис. Ха. Ну что еще белее может быть, чем рис в магазине? Вот и вторая покупка. Так, ну а следующая покупка, сейчас увидите. Так, кокосовые палочки купил. Теперь вот это купим. А знаете, что это? Это кокосовое молоко. Берем. Так, ну, отдел не для детей, отдел кофейный. Но я уверен, что в кофейном отделе всегда можно найти белую упаковку. Вот, например, вот такую. А почему нет? Белая, белая к челленджу подходит, суперски подходит. А как кофе пахнет. Берем. О, неожиданно. Ничего себе! Спасает именно цвет упаковки. Основа для пиццы. Белая упаковка. Белая. Федор ничего не предъявит. А вечером можно будет еще и пиццу дома сделать. Если выиграю, конечно. Смотрю, Федора нету. Тоже пыхтит. Продукты собирает. Пойду посмотрю еще что-нибудь. О! Киндер шоколад и киндер яйцо. Сначала шоколад берем. Белый, белый. Так, теперь киндеров. Обожаю, мои любимые. Лакомство и игрушка. М,
Ну как можно было забыть про Рафаэлки? Ведь если я выиграю, я смогу даже маме подарить. Вот только вопрос, что больше? Какая пачка больше? Ну, конечно, и это, правда? Возьмем. Порадуем маму. О, моя любимая нутелла. Ребята, смотрите, упаковка белая. Под цвет походит. Беру. Пойду дальше. Шоколадки буду искать. О, Аленка. Берем. Так, ну и про эту шоколадку я тоже думал. Ага, ребята, ничего. Я хоть и повторюсь, но у меня есть идея, смотрите. Какую там, Федор Сергеевич? Такую Аленку взял, а я возьму другую, которая больше. И если выиграю, то даже Соне хватит. Так же поступим и с нутеллой. Что там, Федор Сергеевич? Вот такую средненькую баночку взял. А ведь есть большая банка. Моя. У меня очень мало в тележке продуктов. Надо сок взять. Такой. А теперь печеньки. О! Еще в печеньках были круассаны. Две упаковки. А теперь печеньки. Опа! Овсяные печеньки. Берем. О! Еще печеньки. Берем. А теперь пойду за зефиром. О, а зефир-то рядом. И далеко ходить не надо. Белый, белый. Берем. Ребят, что-то я зашел в отдел с лимонадом. Белого ничего не нахожу. А пить-то хочется. А пойду я в отдел с соками схожу. Там должно быть что-то. Как я и говорил, и думал, в отделе с соком белых пачек хоть пруд пруди, посмотрите. Так, ну я, конечно, не буду все брать, но я возьму томатный сок. Люблю томатный, но в белой упаковке к челленджу подходит. И пойду еще что-нибудь себе вкусненькое выберу. Люблю эту фирму. Сам по себе сок апельсиновый. Оранжевый, там, желтый. Не сильно к челленджу подходит, но благодаря упаковке с удовольствием беру. Так, есть у меня еще пару идеек. Надо пойти успеть, пока время не закончилось. О, молочка! Кстати, по-моему, дома закончился кефир. Пап, а что ты тут берешь? Как что? Кефир? Вкусно, полезно и белый. Кефир. А я тогда молоко возьму. Вот такое. Вот, не отличается. Готово. Федор Сергеевич, только не забывай, осталось 30 секунд. Так что скоро встречаемся и посчитаем, у кого сколько. О, мороженое. Насколько я его обожаю. Готово. О, творог. Странно, я походу на полезности поехал. Ладно, время закончилось. Пойду папу искать. Не, ну стоп, творог я там возьму. А теперь иду искать папу. Ребята, за последние 30 секунд я так ничего нового и не нашел. Время вышло. А где же Федор? А я здесь. О, сок. Беру в корзинку. Так, притормози, Федор. Время-то истекло. Давай считать, у кого сколько. Ну, давай с твоего и начнем. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. Так, а ключи считаем как 11? Пап, ты смеешься, что ли? Это же не продукт. Ой, ладно, все-то ты знаешь. Давай показывай, что у тебя. Пожалуйста, считай. А я думаю, что я уже выиграл. Ну давай, все-таки, чтобы наши зрители были уверены, убедимся, выиграл ты или нет, посчитав. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Пап, смотри, уже как у тебя, но у меня еще полтележки. Так и смысла нет тогда перегружать, чтоб потом обратно. Давай я уже твое к тебе верну и пойдем с твоей тележкой на кассу. Отличная идея, папа. Я же говорил, что выиграю. Эх, ну ничего, сегодня выиграл, а в следующий раз я выиграю. Кстати, ребята, как вам, если в следующем челлендже будет серебристый или серый цвет? Это интересно. Дождусь следующего челленджа.